В скандале известного боксера Бейбута Шуменова разыскивает Интерпол. Титулованный спортсмен был объявлен в розыск 2 дня назад. В Казахстане экс-чемпиону мира по боксу грозит уголовная ответственность за драку в торговом центре. Объявление о розыске появилось на портале органов правовой статистики. И вот сегодня в полиции подтвердили эту информацию. Сообщается, что Шуменова обвиняют по статье хулиганства. Ему грозит штраф до 7 миллионов тенге, либо ограничение свободы. Конфликт произошел на детской площадке одного из торговых центров Астаны. На кадрах, которые появились в интернете, боксер бьет мужчину с ребенком на руках. Позже спортсмен заявил, что конфликт спровоцировал его оппонент. Тем не менее, супруга Шуменова попросила помощи властей США, гражданкой которых она является. Позже подключилась к конфликту и детский омбудсмен. Динара Закиева потребовала наказать боксера еще и за то, что драка произошла с участием ребенка. По факту инцидента в Мега Силквей, произошедшего 18 июня текущего года, департаментом полиции города Астаны в отношении Бейбута Шуменова проводится досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Хулиганство». Вместе с тем, данный гражданин официально объявлен в межгосударственный розыск согласно нормам уголовно-процессуального законодательства.